Семена томата сахарок, сакхарок, один из наиболее крупных сортов, который подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Растения высокие, при правильном уходе могут достигать 180 см. Они обязательно нуждаются в подвязке побегов. Сорт среднеспелый, сбор урожая приходится на вторую половину июля и август. Со одного в этот период можно получить до 5 кг плодов. Томат сахарок обладает отличными вкусовыми качествами, поэтому его особенно рекомендуется употреблять в свежем виде. Плоды очень крупные, их средний вес составляет 150-200 граммов. Но в хороших условиях они достигают 400 граммов каждый. Они имеют правильную плоско-округлую форму, при созревании их кожура окрашивается в насыщенный красный цвет. Мякоть плотная, сочная, мясистая, отлично подходит для летних салатов и овощных нарезок. Томат сахарок – это однолетнее растение. Томат прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. В качестве места выращивания томаты прекрасно устроит телипца и открытый грунт. Томат сахарок имеет среднеспелый срок созревания. Плоды томата созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 150-200 грамм, до 450 граммов грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода плоско-округлая. Цвет плода красная, вкус сладкий, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.